в лесу Иван нашел чудесное перо, перо жар-птицы. Конек не советовал ему брать это перо, но Иван его не послушался и перо взял. Поутру коней впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. На сцене Магаданского драматического театра выступил заслуженный артист России, писатель, театральный педагог, лауреат премии правительства России Павел Любимцев. Он прочитал народную сказку для детей и их родителей «Конек Горбунов». Театральный вечер сопровождал Магаданский русский оркестр под управлением дирижера из Москвы Даниила Стаднюка. Оркестр мне очень понравился. Вот это, безусловно, вообще на народных инструментах можно очень многое сыграть. Я это знаю по опыту работы с Московским Осиповским национальным академическим оркестром. И, так сказать, продолжаю этому удивляться, работая с разными народными коллективами нашей страны. По словам актера, концерт был непростой, потому что таких выступлений в Магадане проводится очень мало. Поэтому нет подготовленности публики, были очень маленькие дети, а спектакль предназначен для зрителей школьного возраста в сопровождении их родителей.